Почти год назад глава государства подписал закон о возврате незаконно приобретенных активов. За это время в страну вернули более триллиона тенге. Средства направили на строительство школ и детских садов. Накануне специальная комиссия под председательством главы правительства Олжаса Бектенова одобрила заключение ряда соглашений о добровольном возврате активов на сумму более 235 миллиардов тенге. Львиную долю средств уже перечислили на счет Министерства финансов. Денежные средства будут расходоваться на самые нужные государству социально-экономические проекты. Вот, деньги начали в фонд поступать весной этого года, в начале весны. И первые поступившие денежные средства по решению руководства страны были направлены в том числе в интересах населения страны на мероприятия, связанные с устранением паводков в регионах.